Белорусские военные продолжают проверять надежность государственной границы. Вооруженные силы проводят второй этап командно-штабных учений. На выполнение задач всего 4 дня. По сценарию военным необходимо предотвратить попытки нарушения границы на суше и в воздухе, выявить и уничтожить лагерь боевиков и диверсионно-разведывательных сил, а также зачистить населенные пункты от незаконных формирований. В спецоперации задействовано около 2000 военнослужащих и более 100 единиц техники. Самыми уникальными будут мероприятия, проводимые на полигонах с боевыми стрельбами, где разноведомственные группировки при поддержке артиллерии, боевого применения авиации с использованием беспилотных авиационных комплексов и новых навигационных систем будут решать задачи. Уникальность данного этапа состоит в том, что никогда раньше войска подобных задач в полном комплексе не решали. Военные опробовали и новинки вооружения. Стрелки протестировали новые прицелы и приборы ночного видения, а связисты развернули так называемый военный интернет.